Дистилляты кончились. Срочно в аэропорт. Летим в Челябинск. Какого черта я взял солнечные очки? Знает каждый из ребят, это брачелябинский дистиллят. Мы провели уникальный эксперимент, друзья. Домашняя самбука была разбавлена обычной ключевой водой. Но эффект достаточно интересный. Видите, целый мир. А, пожалуйста, ощущение от органолептической экспертизы. Одну секунду. Да. Расскажите, сколько бы вы прожили без воды? Примерно 8 миллионов лет. До свидания, а вы? Примерно 3 секунды. Где моя вода? Где моя вода? Просто считаю, что ты должен это знать. У нас в гостях рэпер Лицо. Я роняю слюни, я роняю вещи, я неаккуратный. Какое лицо? Конечно, это был Юрий Батонов, блядь. Да, ребята, это был я. Юля, это вы. Это был я. Таланты вы породили. При всем при том, все заебал. Животные инстинкты Юлия Батонова. Жрать, спать, ссать. Срать забыл. Побухивал, понюхивал всегда по четвергам. Юлий Батонов, ты не заебался? Заебал, пиздец. Я точно его отпизжу, блядь, сука. Вообще меня вытесняет, блядь, из нашего видео. Вообще охуел. Покурил, побухивал по вторникам, средам. Серег Батонова не видел? Заебал, да? Слышь, Юль, пес, я тебя найду и урою, блядь. Фламинго мне наливаем.